приятно увидеть тебя здесь. Ясного тебе дня. Теперь мы можем только заботиться друг о друге. И будь что будет. Мы должны что-то придумать. На этих полях растут ядовитые растения, страницы. Осторожно. Мне кажется, сигнал идет с той железной вышки. Можно сходить туда и проверить. Этот зеленец можно обменять на что-нибудь полезное. Образ из мира предтеч. Напоминает песню Долины. И какая-то железная конструкция. Образ пропал. Нужно попробовать снова, не покидая нужную область.
Если повредить ей хвост, она не сможет из него стрелять. Так, уже лучше. Здесь пригодятся электрические снаряды. Вот и увидели снова. Весь воздух над этими полями пропитан ядом. Ты вернулась. Ты как? Ты — дуновение свежего ветра.
Снижаюсь. Наверное, это святилище духа земли До. Он, наверное, за зарослями. Посмотрим. Вон там. На том уступе. Надо забраться к духу земли. Похоже, этот дух тут давненько. Я не смогу установить код перезагрузки из-за стеблей. Эти заросли означают, что рядом металлический цветок. Поищу его. А вот и цветок. Надо отключить его и освободить духа земли от стеблей. Но сперва нужно забраться наверх. Отложу для красильщика. Там есть путь на другую сторону. Может, так я попаду к духу земли? Надо только избавиться от зарослей. Вот и я.
Часть стеблей исчезла, но дух земли еще в ловушке. Теперь я смогу попасть в пещеру. Корпус смертокрыла. Наверное, сбросил цветки и разбился. Кажется, я смогу забраться на утес. Так я доберусь до металлического цветка. Надо избавиться от всех стеблей. Уберем эти заросли. Вот так. Теперь можно установить код. Последний дух земли. Зо, слышишь меня? Да, слышу, Элой. Установила код перезагрузки в До. Он был опутан стеблями, но я ему помогла. Рада слышать. До возвращался в священную пещеру в конце зимы, и его праздник приходился на начало весны. И я помню, как сидела, прижавшись к маме у очага, грелась и слушала, как она поет о том, что все начинается заново. Теперь все начнется заново для всех Утару. Надеюсь. Приходи в песню долины, и мы отправим сигнал перезагрузки. Я установила код во всех духов Земли, кроме одной. Осталась Ля. Я с ней. К востоку от главного поселения. Ладно, постараюсь прийти побыстрее. Thank you.
Пройдет мимо. Надо только затаиться. Нет смысла тратить электрические. Твой визит – честь для нас, странница.
Я не знаю, как ее приручить. Может, тут где-то есть котел с нужными данными? Почисти свою броню. Ты представляешь лучших охотников. Нужно соответствовать. А вот и ты. Добро пожаловать в угодья. Я Эвина, смотритель этих угодий. Слежу за тем, чтобы наши воины, а также наши соседи Утару, могли здесь обучаться борьбе с машинами. Прямо как у Карха? А, да. Мы слышали, что эти трусы присвоили идею охотничьих угодий. Но наши воины тренировались в подобных местах еще до войны кланов. Бьюсь об заклад, что наши испытания сложнее любых придуманных Карха. Они будут непростыми даже для опытной охотницы вроде тебя и полезными. Пройди испытания и получишь лычки, которые, в свою очередь, принесут тебе медали, символы победы над Карха во время красных набегов. Отнеси их на арену в нашей столице, Роще. Местные хранители обменяют их на лучшее оружие и снаряжение нашего племени. Буду иметь в виду. Еще у нас есть отличные резчики. Они вырезают фигуры для популярной игры, обретают вдохновение, наблюдая за машинами. Ты про стычку? Ты знаешь? Тогда взгляни на их товары. У резчиков часто есть лишние фигуры, они их меняют на материалы. Что ж, мне пора. Нужно осмотреть другие угодья. Для тебя они всегда открыты. Ступай с десятыми. Thank you.
тебя встречи. Берегись, чужеземка. Чужеземка. Эти растения опасны. Пусть тебе светит солнце. Ну, привет! Незнакомка. Знаешь, когда последний раз решила жить с нами? Подозреваю, довольно давно. Джакс известно, что случилось с тем лагерем Тенакт в каньоне. А ты необычная дев. Что произошло в священной пещере? Иди сюда. Говорят, мятежники Тенакт захватили пограничные врата на западе. Если пойдешь туда, лучше к ним не приближайся. Спасибо, запомню. Остатки мятежников. У Тару и своих проблем хватает. Возможно, стоит им помочь. Здравствуй. Да поможет тебе ветер. Береги себя, странница. Здесь много опасных машин. Да осветит тебя солнце. Приятного дня. Не пропади в диких краях, охотница. Там опасно. Ты дружишь с Зо? Она самая смелая из всех Утару, но не все ценят ее качество. Этого урожая не хватит даже на пропитание детей. Я признателен тебе за общение. Гляди в оба в этих краях, странница. Добрый день. Зо вернулась? Что она делает с Ля? Ей разрешили так делать? Элой, добралась. Программы всех духов обновлены. Отправим сигнал перезагрузки. Гея говорила об этом. Так должно быть с До, Си, Соль, со всеми. Это стадия перезагрузки. Но я не знала, что она будет такой красивой. Скоро духи Земли будут вновь возделывать Землю, как раньше. Зо, Хор зовет тебя. Ну, конечно. Пойти с тобой? Не надо. Скажу им, что Земля скоро вновь расцветет. Кто будет спорить? Увидимся позже. Расскажу, как прошло. Удачи.
земли обрели гармонию. Наши поля вновь цветут. Поля песни долины вновь зацветут. Жив-здоров? А теперь все вокруг тебя. Пусть земля будет добра тебе. Как идут дела? Найти ту фигуру для стычки, которую искал. Я попросил Ганну поискать во время ее странствий. Прошу, еще один заход. Ты смирись уже. Ничего не поделаешь. Река унесет ее семена. Нельзя сдаваться. Нужно лишь обратно. Мы обрушим на них стрелы так же, как это делали наши предки. Еще больше. Пусть. Лой, рад тебя видеть. Я слышу, вы чего? Добрый день, как ты бег? Говорят, бурю усилий. Говорят? Что бы? Все, люди, ты сама не видишь, что они стали сильнее? Ты слишком часто поливаешь свои тревоги вместо того, чтобы дать им послугу. Духи земли! Вот, стебли и листва Утару крепки, как никогда! Изменился цвет воды в реках. Да, да. Вода стала чище, кажется. Приятно увидеть.
тобой любой день становится ясным. Я тут уже не понимаю. Вот это ветер! Странница, да встретишь ты изобилие! Мы должны обратиться в Кор. Кор знает о нашей стране. И что он делает для их решения? Все, что может. Хотелось бы верить. Рады новой встрече. Выглядишь лучше. Не пообщаешься со своим должником? Тебе идут цвета твоего наряда. Сначала ты спасла меня, а затем и все племя. Не знаю, как благодарить тебя. Ты прекрасна, как всегда. Духи земли вернулись! Я наелся впервые за несколько недель. О, обожрался. Почти забыл, каково это. Сначала ты спасла меня, а затем и все племя. Не знаю, как благодарить тебя. Как глупо вышло. Пусть поможет тебе прекрасные ветер. Товары и здоров природы. У меня прошу. Дыхание перехватило, еще когда духи хочу. Земли запели. Ничего не пойдем. Надо найти место для посадки. Зо, ты слышишь? Я в песне долины. Это потрясающе. Как ты и говорила, поля вновь расцвели. И все это благодаря тебе. Если бы ты не оказалась рядом, Утару все еще голодали бы и отбивались от машин. Я рада, что все получилось. Да. Спасли песню долины, спасем и весь мир. Вот длина шеи, посылающий сигнал. Рада тебя видеть.
Где-то рядом длинношей. Долго не продержусь. Пора снижаться. Интересно, сколько снега выпадет в этот раз? Увидишь, Марк. Мы зададим этим олухам. Поговорим.